студенты, РГСУ снова на связи. На повестке дня важная тема. Сегодня пройдет скайп-дискуссия с участием заместителя руководителя управления молодежной политики Хлоповой Виктории и председателем студенческого совета Сената Рузаны Далалаян, на которой пройдет беседа с представителями различных внешних студенческих организаций. Привет, дорогие первокурсники! Меня зовут Виктория. Я являюсь заместителем начальника управления молодежной политики РГСУ. Мы занимаемся всей неучебной работой нашего вуза, организовываем и проводим студенческие мероприятия, участвуем в всероссийских и городских форумах и фестивалях, а также реализуем грантовую деятельность и много-многое другое. Сегодня вместе с председателем студенческого совета Сената Рузаной Далалаян мы расскажем, с кем мы сотрудничаем и как принимаем участие в студенческих мероприятиях Москвы и всей страны. А пока Рузана расскажет о студенческом самоуправлении. Привет, дорогой первокурсник! Мы все очень ждем встречи в очном формате, но пока немного расскажем о себе в онлайн-формате. Я уверена, что каждый из вас уже познакомился с институт-советом факультета. И председатель вашего студенческого совета факультета входит в состав студенческого самоуправления всего вуза. Сфера деятельности студенческого самоуправления очень большая, начиная от учебной деятельности, научной деятельности, волонтерским движением, спортивными мероприятиями и заканчивая творческими мероприятиями. Мы занимаемся организацией мероприятий, касаемо творческих, и конференций. Мы занимаемся парламентским клубом. Поле, в котором ты сможешь себя проявить, настолько обширно, что даже не можешь представить. Также наши студенты принимают огромное участие в различных проектах, как московского уровня, так и всей страны. Сегодняшние спикеры, с которыми мы вас познакомим, расскажут о этих проектах, в которых вы сможете проявить себя, уже начиная с первого курса. Мы очень тесно сотрудничаем с Комитетом общественных связей и молодежной политики города Москвы. Поэтому приветствую нашего друга Даниила Мешкова, руководителя проектного офиса комитета. Ну что, всем привет. Рад всех видеть. С началом учебного года, уважаемые студенты. Спасибо большое. Нас смотрят наши прекрасные первокурсники, которые нас ждут, не дождут, чтобы выйти наконец-то в наши корпуса, чтобы начать принимать участие в наших совместных и ваших проектах, в том числе, с которыми пока еще, может быть, и не знакомы. Вот. Наверное, стоит рассказать нашим первокурсникам о нашем взаимодействии с вами. Проектов действительно много, и РГСУ активно участвует практически во всех наших мероприятиях, во многих проектах, и это очень приятно. Уважаемые первокурсники, мы в первую очередь к ним обращаемся, правильно? Москва – это город, который открывает возможности абсолютно для каждого. Дальше все зависит только от вас, а мы, в свою очередь, люди, которые постоянно работают с молодежью, должны вам давать инструменты для реализации, для продвижения себя как нового жителя Москвы. Я немножко расскажу о том, что у нас сейчас интересного, что мы готовим и что уже прошло. Буквально с марта этого года по инициативе Екатерины Вячеславовны Драгуновой, председателя Комитета общественной связи и молодежной политики города Москвы, создан проектный офис комитета, в котором сосредоточено несколько ключевых молодежных проектов комитета. В свою очередь, помимо проектной деятельности, мы еще занимаемся организацией больших интересных событий, которые проходят для молодежи в Москве. Из такого традиционного, что мы вообще практически каждый год проходило, это парад студентов, в котором студенты, первокурсники всех вузов принимают участие. В этом году, к сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией, данные мероприятия на паузе, но это нам не мешает знакомиться, общаться и попробовать интегрироваться в другие активности нашего проектного офиса. Да, правильно Рузана сказала, что у нас создан студенческий совет, студсовет Москвы, и студсовет Москвы является коммуникационной площадкой для вузов, в первую очередь, как мне кажется, это знакомство и общение. Вторая его функция – это поиск интересных идей, интересных практик вузов для трансляции на весь город. Собственно, мы прямо перед пандемией, перед началом
всех ограничительных мер, провели выезд в Подмосковье, мы съездили в управленческий форум «Маяк». Это инициатива членов студенческого совета при комитете, инициатива студентов университета правительства Москвы. Ребята пришли, защитили, два раза защищали перед студсоветом и, собственно, получили право на организацию данного события. Это из такого ключевого проекта. Рузана уже коснулась московского диалога, проект, который плотно очень работает со студенчеством. Это в первую очередь мы хотим через московский диалог научить ребят новым компетенциям. Но, по сути, это не теоретические знания, это больше практические знания, которые можно применять дальше на организации мероприятий, на собеседованиях, да в целом вообще на любой площадке при жизни. Понимаете, это поможет. Это навыки soft skills. Soft skills – это первые навыки, которые вообще, в принципе, человеку, как, на мой взгляд, нужны. Это владение временем, это искусство публичных выступлений, это креативное мышление. В целом, если грамотно развиваться по этому направлению, по soft skills, то в совмещении с теоретической частью, которую дает университет, должен получиться очень грамотный специалист. Поэтому профиль московского диалога – это конкретно образование, ну и плюс, понятно, встречи с известными людьми, с известными деятелями. Это я немножко просто не делаю на этом акцент, потому что это не является основным. Главное – это ребят научить чему-то новому. И да, действительно, у нас есть амбассадоры в некоторых вузах, в том числе в РГСУ. Надеюсь, мы в этом году… Проект новый, молодой. И ребята-амбассадоры как раз-таки собирают вокруг себя заинтересованную команду, которая готова развивать свой университет, обучать и образовываться сама. Вот. Далее проект у нас замечательный для тех, кто любит юморно провести время. Студенческая лига стендапа. Проект тоже инициатива ребят, он существовал давно, комитет его поддерживает. И задача найти классных ребят, которые готовы обучиться искусству комедии и дать им возможность пообщаться с главными стендаперами страны, чему-то у них научиться и в итоге выступить в стендап-клубе и в дальнейшем пройти, может быть, в новый сезон уже в качестве наставников, то есть какой-то такой определенный рост. История очень интересная, классная. В первую очередь это весело, самое главное. Вот, заходите на Инстаграм студенческой лиги стендапа, мы еще все скинем дополнительно. Вот, вы все это сможете увидеть. Следующий наш проект – это проект «Кибермосква». Если кто-то думает, что сейчас, услышав название, что «Кибермосква», это значит, что мы будем играть в какие-то игры, это не совсем так, но и в том числе важно. Сейчас у нас гаджеты постоянно находятся при нас. Мы сейчас разговариваем через ноутбуки, через компьютер, это тоже определенный гаджет. И всю самую важную и полезную информацию мы храним вот здесь, в маленькой этой коробочке. Да? Немногие, наверное, хотят фотографии иногда с тусовок каких-то увидеть, с общак, да, первокурсники? Вот. Соответственно, нужно грамотно уметь оберегать информацию, которая находится у тебя в доступном месте. Именно этому проекту обучают, в первую очередь, информационной грамотности и безопасности. Наши ребята, руководители проекта, являются постоянными экспертами на Первом канале, на различных там, федеральных тоже площадках, при Росмолодежи. И в Москве ребята проводят серию лекций, которые мы тоже в сентябре небольшое количество человек по предварительной регистрации запустим. И я уверен, что у вас будет интересно. Но на мой взгляд, когда я слушаю наших киберов, мы их называем, у меня глаза на лоб лезут, потому что я думаю, что мне нужно сразу же отключать Wi-Fi, чтобы, не дай бог, кто-то не взломал. Вот. Следующий проект, который вы наверняка тоже видели, совместно с Общественной палатой Российской Федерации, Ассоциацией студентов и студенческих объединений, есть такая организация, мы запустили проект, который называется «В работе». Этот проект «В работе» включает в себя платформу «Бот ВКонтакте» по мгновенному поиску вакансий. Но не просто тебе выдают какие-то вакансии, а в первую очередь рассматривают твои предпочтения. Через ВКонтакте ты заполняешь резюме, ты отправляешь резюме на проверку,
И в дальнейшем тебе, как в сообщении, как будто друзья присылают тебе вакансии, подкидываются интересные, эксклюзивные вакансии. Я сейчас, знаете, расскажу. Вчера как раз у Амира, руководителя этого проекта, спрашивал, говорю, какие интересные есть у тебя вакансии. Например, необычные, которые попадаются в этом контакт-боте, это команда World of Warcraft собирает, ищет человека, я не знаю, я, может быть, уже стар, но, в общем, вакансия называется «Фармер золота». Вот. Также Gauss Development Manager температурного режима. Но в целом это не просто, это не продавцы-консультанты, как часто мы видим на подобных, ну не на подобных, а на больших сервисах, которые мы все знаем. Это эксклюзивные вакансии, которые подбираются специально для нашего ВК-бота. Более 200 у нас уже партнеров, поэтому, друзья, если вам нужна временная занятость, вы ищете какие-то интересные стажировки, и так или иначе вы хотите узнать, как правильно заполнять резюме, как готовиться, как общаться с работодателями, то вам нужно в работе. Следующий наш проект, который подвижный, классный, который называется «На районе», и он занимается, ну, в общем, неформальными видами спорта, назовем это так. Все ребята, которые, и помимо спорта еще хип-хоп, танцы, брейкинг, панофутбол, стрит-баскет, конкретно мы собираем ребят в районах Москвы, и ребята постоянно проводят какие-то движухи и на улице, и внутри помещений. В общем, движ обеспечен. В конце года, в том году мы провели премию на районе, где выступили известные хип-хоп-артисты. Была крутая такая тусовка. Так что присоединяйтесь, мы поддержим тоже ребят, инициативы ребят снизу. Они пришли с этой идеей, мы просто помогаем ее реализовывать. Это те, кому неинтересно в формате образовываться, может быть, кому-то не нужно искать работу, кому интересно, может быть, у кого-то уже все есть. Поэтому интересно движ какой-то спортивный, творческий, музыкальный. Наш проект-агрегатор, которым мы очень гордимся и постоянно вносит какие-то изменения, и в этом году ожидается большое количество изменений, наше приложение Uber. Активности мы его называем, наше приложение «Зачетная Москва». Приложение «Зачетная Москва» в первую очередь является помощником и спутником студента по активностям Москвы, классным, самым ярким мероприятием. Там же появляются в зависимости от дня какие-то интересные тесты, события, которые можно пройти и заработать баллы, и получить очень крутой мерч. Вы его видели наверняка, наш мерч. Это и толстовки, и футболки. В дальнейшем линейка будет расширяться, мероприятие будет увеличиваться. Скоро новая коллекция поступления, мы очень ждем. Дай бог, чтобы все получилось. Вот. Скачивайте приложение, смотрите, изучайте. Обратная связь работает, чтобы хотели бы видеть. Конечно, мы хотим, чтобы там побольше было еще интересных скидочных моментов для студентов. Вот мы над этим работаем. Партнеров у нас уже более 50. Поэтому скачивайте «Зачетную Москву» в App Store, в Play Market и радуйтесь студенческой московской жизни. Ну и в целом, друзья, подводя такой небольшой итог, хочется сказать, что Москва открыта абсолютно для каждого. Вне зависимости от ваших умений, знаний, возможностей, Москва – тот город, который помогает развиваться и находить себя вне зависимости от обстоятельств. Ваша задача только прийти и взять. Но для этого должно появиться желание. Дай бог, чтобы у вас на первом курсе это желание учиться, развиваться, оно не пропадало, а только наоборот увеличилось, потому что студенческая жизнь – это самая яркая часть. Вступайте в студенческий сенат, становитесь председателями, руководителями, берите быка за рога. Рузана вам поможет, и весь огромный студенческий коллектив, и в том числе отдел молодежной политики, воспитательной работы, поможет сделать так, чтобы у вас все в университете получилось. РГСУ – потрясающий вуз, мы там были 3 или 4 или 5 или 6 раз, и сам туда куда-то поступал, не поступил, а вам повезло, уважаемые друзья. Спасибо большое. Такие напутственные слова. Пока-пока. Спасибо большое. Спасибо большое.
В начале трансляции я упоминала о парламентских клубах. И наш студенческий парламентский клуб ежегодно завоевывает призы на Кубке СПК, организатором которого является городской центр профессионального и карьерного развития. И об этом и других проектах расскажут наши спикеры Трофимова Мария, Аверкина Дарья, Попова Ксения и Владимир Кузнецов. Добрый день, меня зовут Мария Трофимова, я заместитель директора Центра развития. Мы государственное бюджетное учреждение, которое занимается молодежными проектами с вузами города Москвы. Сейчас мы расскажем вам про проекты «Студенческие парламентские клубы», «Спецкор» и «Первое студенческое агентство». И я передаю слово своей коллеге Дарье Аверкиной, она является у нас руководителем проекта СПК «Студенческие парламентские клубы». Ну что, всем добрый день. Меня зовут Дарья. Я являюсь руководителем проекта «Студенческие парламентские клубы». Сейчас скажу пару слов о проекте, а потом, чем же занимаются наши студенты в рамках деятельности СПК. Ну, первое, наверное, начну. Что это такое? Это молодежное объединение студентов, которые активно участвуют в общественно-политической жизни нашего города, ну и страны, в принципе, в целом. Также они совершенствуют свои навыки, получают новые знания, а также развивают студенческое и молодежное самоуправление у себя в ВУЗе. Чем же уникален проект? У нас есть несколько классных, интересных форматов, которых, в принципе, наверное, ни в одном проекте не существует. Сейчас я расскажу о паре из них. Первый – это Лига дебатов. Что же они делают в рамках Лиги дебатов? В рамках Лиги дебатов ребята могут научиться публичному выступлению, ораторскому искусству, также работать с аудиторией, то есть не бояться раскрепоститься, правильно позиционировать себя со сцены. Также очень классный формат – это дебат нокаут. В принципе, это формат проведения дебатов в форме боев без правил. То есть ребята стоят на ринге, дебатируют, как, в принципе, как бойцы, но словесно. Это очень интересно, ребятам на самом деле заходит этот формат. На День молодежи в парке Горького, несмотря на прорывной ливень, ребята стояли на ринге и дебатировали. Им это очень понравилось, поэтому на самом деле классный формат, и он часто всем заходит. Следующее – это школа молодого законотворца. В рамках школы молодого законотворца ребята встречаются с экспертами, с руководителями органов исполнительной и законодательной власти. Мы проводим эксклюзивные лекции, обсуждаем законопроекты. Вот, кстати, недавно у нас прошел круглый стол на тему проекта закона по молодежной политике. Это немаловажный проект, который напрямую, скажем так, захватывает нас. Мы обсудили, ответили на самые важные вопросы, потому что, к сожалению, многие не знают, в чем заключается суть. Наверное, одно из самых главных то, что наш возраст, то есть молодежи, повышает до 35 лет, поэтому мы еще долго будем с вами молодежью, но это, скажем так, одно из. Чем же еще уникальность наших проектов? У нас не просто приходят тренеры и какие-то спикеры там по soft skills, по hard skills, к нам приходят муниципальные депутаты, депутаты Государственной Думы, руководители органов исполнительной власти. То есть ребята могут напрямую в формате открытого диалога пообщаться с такими известными спикерами и личностями, плюс научиться их истории успеха, то есть как они к этому пришли, потому что очень многие наши ребята, кто участвует в проекте, хотят в будущем стать депутатами, стать руководителями, а кто, как не как раз-таки VIP-спикеры, смогут рассказать, как они добились этого успеха и как они к этому пришли. Еще один из форматов наших мероприятий – это «Один день с депутатом». Думаю, тут из названия все понятно. Это возможность провести целый день с депутатом и узнать все изнутри. Потому что очень часто многие думают, что они сидят в кабинете, подписывают бумаги и с 9 до 6 уходят домой. Но, к сожалению или к счастью, это не так. Их жизнь очень насыщена, это встречи с жителями, разработка, креативность, то есть всему этому ребята обучаются в этом формате, то есть они проводят целый день, с утра до вечера. Еще один, наверное, мой самый любимый формат и мероприятие, направление «Политкухня». Это живое общение с представителями органов исполнительной власти, то есть они общаются, дискутируют, но в этот момент готовят какое-то блюдо.
То есть они общаются, взаимодействуют и в то же время что-то готовят, а потом дружно это все съедают и благодарят спикера. В общем, такое неформальное общение, потому что очень часто мы видим, как наших спикеров приходят на сцену, час побеседовали, вопросы интересующие задали и ушли. Здесь нет, здесь спикер с ними креативно проводит свое время. Ну, естественно, это деловые игры, решение кейсов, дискуссионная площадка. Кстати, недавно у нас прошел конкурс президента СПК. Ввиду того, что мы были все на дистанционном обучении и проводили все мероприятия онлайн, у нас этот конкурс прошел в онлайне. То есть ребята голосовали, ребята в онлайне дебатировали. Сейчас, кстати, в октябре мы выходим в офлайн-режим, поэтому заранее, кому интересно посмотреть изнутри, как же проходят наши мероприятия, приглашаем вас на офлайн-этап конкурса президента СПК, проголосовать за лучшего члена студенческих парламентских клубов. Ну и хотелось бы подвести к тому, что мы не сидим на месте, мы активно участвуем в жизни нашего города и нашей страны в целом. Поэтому, если вам интересны встречи с депутатами, если вы хотите развить свои навыки ораторского искусства, мастерства публичного выступления, если вам интересно все, что затрагивает политика и общественная деятельность, welcome! Мы вас ждем, подписывайтесь на наши группы, там вся актуальная информация ВКонтакте и в Инстаграме. Будем вас ждать. Если вы хотите задать еще какие-то интересующие вопросы, в группе ВКонтакте у нас есть, можно с нами связаться. У нас есть ссылочки на наших кураторов. Мы с радостью ответим на все интересующие вопросы. Спасибо. Ну, я поблагодарю вас и, наверное, передам слово моим коллегам из спецкор и Первого студенческого агентства. Да, привет, добрый день. Мы представляем проект «Первое студенческое агентство» и проект «Спецкор». Меня зовут Ксения Попова, я руководитель проекта «Спецкор», а это Владимир Ольгин, представитель «Первого онлайн». И сейчас мы расскажем вам о наших проектах. Наши проекты, они будут интересны тем ребятам, которые интересуются сферой медиа. Что же такое студенческое агентство, Владимир? «Первое студенческое агентство» — это твой трамплин в мир большой журналистики. Один из наших слоганов – это «Твое первое свидание с журналистикой». С нами ты можешь стать автором крутых статей, собрать журналистское портфолио, прокачать свои скиллы на мастер-классах и самое главное – то, что твои публикации будут в зарегистрированном СМИ, потому что мы зарегистрированы СМИ. И еще, что очень важно, ты познакомишься с крутыми звездами. Сергей Шнуров, Тина Канделаки и еще миллион селебрити. Очень часто наши авторы принимают участие в различных конкурсах. Победа гарантирована, потому что мы вас прокачаем на максимум. СММ, фото, видео, тексты. Все, что хочешь, это все у нас. Что же нужно сделать, чтобы оказаться на первом студенческом агентстве? Ты должен стать спецкоровцем, специальным корреспондентом первого студенческого агентства. Что дает наш проект? Мы предлагаем участие в блок-турах. Это так называемые пресс-подходы и посещение различных мероприятий, в которых молодые журналисты могут почувствовать себя настоящими СМИ и медийщиками. Это посещение закрытых выставок, это посещение закрытых мероприятий. Наши ребята бывают на открытии ресторанов, установление различных рекордов и прочих-прочих мероприятиях. Также мы предлагаем, как уже Владимир сказал, обучение. Есть обучение, которое проводим мы сами, есть мастер-классы, которые проводят очень крутые спикеры. Про спикеров немножечко попозже вам расскажем. У нас на первом студенческом агентстве представлено несколько проектов. И один из этих проектов как раз медиашкола первого онлайн. Я как специалист по СММ и фотографии обучаю уже прямо сейчас студентов. Мы будем приглашать крутых спикеров. В прошлом году уже зашло на ура, и очень-очень-очень много студентов попросили продолжения. Есть проект «Универкам». Это проект, в котором мы в видеоформате рассказываем про крутейшие вузы и интересные вещи. Тест-драйв парков Москвы, где ты можешь первым узнать самый сок какого-нибудь парка. И наш очень интересный проект «Учи матчасть», где
студенты берут интервью у селебрити, и эти селебрити дают советы, как сделать круче. Также у нас есть очень-очень крутая вещь, которая называется премия «Спецкор». Об этом скажет Ксения. Да, премия «Спецкор», она проходит в рамках форума первого студенческого агентства. И это своеобразная премия «Оскар» среди молодых журналистов и представителей студенческих СМИ. Там мы ежегодно чествуем наших самых активных участников проектов. У нас есть много номинаций. Это и радио, и журналистика, печатная журналистика, лучший материал на ПСА и еще много-много-много других. Кроме самой премии, у нас также проходит в рамках этого форума большое количество воркшопов и мастер-классов. И ведут их наикрутейшие спикеры, среди которых Лена Абитаева, Марина Ким, Артур Цветков и многие-многие другие. Самым основным отличием нашего проекта и большой возможностью для ребят, которые с нами взаимодействуют, является участие в городской повестке. Это освещение всех городских мероприятий, которые есть. От моды Mercedes Fashion Week, самое знаменитое, что здесь есть, до молодежных различных мероприятий, городских форумов, фестивалей и так далее. Проще говоря, попав на Студфест в прошлом году, мы взяли интервью у Сергея Шнурова, Тины Канделаки и у одного из основателей ХОВ. Вот я забыл, как его зовут. Ну ладно, не суть. В общем, круто, ты в центре событий, ты окружен звездами. И теперь немного о наших партнерах. Ксения? Нашими партнерами являются Яндекс.Новости, Google News, Рамблер, Типичная Москва, Московские сезоны, проект «Мой район» и много-много других. Также партнером можешь стать ты и твое студенческое СМИ. Мы взаимно освещаем новости того, что происходит в институтах и университетах. И если тебе интересна любая тематика, ты можешь прийти с этой тематикой к нам, и мы поможем тебе опубликоваться, чтобы твое мнение услышали другие. Ксения, мне кажется, мы забыли самое главное, даже два момента. Первый момент, то, что вот есть два проекта, Спецкор и ПСА. Вы спросите нас, в чем же разница? В том, что Спецкор – это офлайн-работа, это как раз выезды на блок-туры, на всяческие конференции, выставки и концерты, а первое онлайн – это логическое продолжение Спецкора, которое идет в онлайне. Это публикации, прямые эфиры и запись видео и прочее, прочее, прочее. Ну и теперь немного о том, как с нами связаться. Это социальные сети, конечно же. Мы представлены в ВКонтакте и в Инстаграме. У вас сейчас на экранах наши ссылочки на социальную сеть ВКонтакте. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь нашими новостями и пишите нам в контакты. Мы обязательно с вами свяжемся. Станьте нашей командой, и мы будем тусоваться все вместе. Ждем вас. Пишите. Пока. Пока-пока. Хорошо. Спасибо нашим сегодняшним гостям за то, что они приняли участие в нашей онлайн-встрече. А для того, чтобы быть в курсе наших студенческих мероприятий, подписывайся на аккаунт студенческого совета Сената РГСУ ВКонтакте и в Инстаграме. Ссылки на аккаунты наших сегодняшних гостей будут под описанием этой трансляции. Всем пока, до новых встреч! Пока! Напомним, что в РГСУ 14 факультетов и колледж, и у каждого из них есть свой председатель. И сейчас они выступят перед вами со своими напутственными словами. Привет, первокурсник. Экзамены позади, и вот ты студент. Добро пожаловать на медицинский факультет. В 2017 году я так же, как и вы, была первокурсником. Но факультета не было, была только группа. И вот за 2 года мы превратились в большую семью, где каждый важен и ценен. Своими достижениями, успехами и направлениями. На нашем факультете 3 направления. Это лечебное дело, фармация и сестринское дело. Наш студенческий совет был основан в 2019 году. Мы самый молодой факультет в университете. Этот год был особо важен для нас, как для каждого медика. Наши студенты доказали, что не зря выбрали свою профессию. Более половины студентов работала в больницах младшим медицинским персоналом в условиях пандемии. Свободно от учебы времени наши студенты принимают участие в волонтерской деятельности. В этом году они были волонтерами в Кремлевском дворце. Студент меда помнит, что учеба и саморазвитие – это приоритет для медицинского работника. В 2019 году мы приняли участие в конференции, где 20 студентов представили свои научные работы.
В нашей профессии никуда без практики. Так, наш факультет предоставляет классную базу практик, одна из которых – частная клиника СМ. Но за меня больше скажут мои студенты. Медицинский факультет – это профессионализм, стремление, призвание, смелость, энергия, ответственность, преданность, доброта, отзывчивость. Медицина – это наука не для слабых. Но если ты готов преодолевать трудности, становиться сильнее и увереннее, то добро пожаловать к нам. Носи с гордостью и люби свой труд. Привет, дорогой первокурсник. Весь экономический факультет рад приветствовать тебя в стенах Первого социального. Если ты выбрал именно наш факультет, то мы должны рассказать тебе о нем все. И только тогда ты поймешь, насколько насыщенная и интересная жизнь ждет тебя в ближайшие несколько лет. Ты с нами? Тогда давай начнем прямо сейчас. На нашем факультете ты сможешь заводить новые знакомства, быть старостой, а еще и лидером, заниматься волонтерством, работать в профсоюзе, удивлять своими талантами, фотографировать и снимать, заниматься спортом, стать частью студенческого совета факультета и всего университета. И, конечно же, учиться. Писать статьи и выступать на конференциях университетского и международного уровней. Изучать финансы и статистику. Туризм и гостиничное дело. И даже экономическая безопасность. Бизнес-информатика и мировая экономика. Всего этого ты сможешь добиться вместе с нами, если, конечно, захочешь. И это очень интересный процесс, поверь. У нас один из лучших преподавательских составов среди экономических факультетов страны. На какое бы направление ты ни поступил, будь уверен, скучать точно не придется. Еще у нас есть студенческий совет, объединение активных ребят, которые обеспечивают факультет классными мероприятиями и активностями. А вот наш председатель, и он рад тебя видеть. Ты сам можешь попасть туда, но для этого придется проявить немного усилий. И мы говорим тебе только правду, ведь за последний год экономический факультет выиграл множество наград. Декан года, студент года, культмас года и дизайнер года. И все это до пандемии. А теперь представь, чего бы мы достигли, будь у нас еще 4 месяца. Здорово, правда? Привет, первокурсники. Мы с вами еще не знакомы, но уверена, у нас будет еще много времени это исправить. Я очень рада приветствовать вас на лингвистическом факультете, внутри нашей большой университетской семьи. Новый этап вашей жизни начинается, и начинается сейчас. Я понимаю, что вам страшно. Неизведанное всегда лежит на нас тяжким грузом. 3 года назад я так же, как и вы, в страхе перед новым, но с долей любопытства поступила на лингвистический факультет. Огромные возможности активной студенческой жизни позволили мне развить в себе большое количество скрытого потенциала. Все умения и желания, которые помог мне раскрыть университет в целом и факультет в частности, надолго останутся в моем сердце в виде благодарности. Конечно, все это было бы невозможно без поддержки студенческого совета факультета. Совет – неотъемлемая часть факультета, часть студенчества, существующая ради одной цели – помочь вам раскрыть в себе что-то новое. Каждый усердный плодотворный день учебы и активной студенческой жизни в университете все больше приближает вас к желанной цели. Лингвистический факультет – это одна большая семья, и ты уже стал ее неотъемлемой частью. Теперь твоя задача — брать от студенчества все, что оно способно предложить. Инициатива — это ключ, который открывает двери возможностей. Тот, кто сделал первый шаг, уже прошел полпути. Имейте мужество быть мудрыми. Начинайте! Здравствуйте, дорогие первокурсники! Рад вас приветствовать в нашем университете. Для вас сегодня стартовали незабываемые 4 года, и я хочу рассказать о том, что вас ждет. Уверен, что многие могут волноваться о том, то ли направление подготовки они выбрали, или тот факультет,
Но я вам хочу сказать, что это бессмысленно. В свое время я также волновался, но когда я познакомился с крутой командой своего факультета, состоящей из преподавателей, сотрудников, кураторов, студентов-активистов, когда я побывал на своих первых профильных занятиях, я понял, что это именно то, что я хочу получить от университета. И ни разу не пожалел о своем выборе. А выбрал я факультет управления и РГСУ. Теперь расскажу поподробнее о команде. В первую очередь это преподаватели. Это высококвалифицированные специалисты, которые стараются донести вам не только теоретические знания, но и их собственный, реальный, практический опыт. Этот опыт намного ценнее, чем то, что вы можете прочитать в книжке или в интернете. Один-два таких примера стоят намного больше, чем сотни прочитанных листов бумаги. Также хочу напомнить, что с нашим факультетом работают такие крупные компании, как Сбербанк, Анкор, Хедхантер, Босс кадровые системы. И зачастую специалисты из этих компаний сами приходят к нам, проводят мастер-классы и делятся этим самым бесценным практическим опытом. Также студенты определенных направлений постоянно проходят практику в органах государственной власти. Ну и вишенка на торте, к третьему курсу 90% студентов нашего факультета уже работают или стажируются по своей специальности. Все зависит исключительно от вас. А мы всегда поможем, подскажем, поддержим и будем рядом. Поэтому добро пожаловать! Привет! Меня зовут Полина. Я председатель студенческого совета факультета физической культуры. И от лица всего нашего актива хочу поздравить вас с поступлением. Вот и настал тот знаменательный момент, когда вся ваша жизнь поделится на до и после. И сейчас самое время настроиться на новый ритм – ритм РГСУ. Для начала скажу пару слов о самой начинке студенческого актива. Сам факультет основан в 2016 году, и сейчас на нем обучается около 800 студентов. Что примечательно, почти каждый из нас носит огромный вклад не только в сферу спорта, но и в социально-культурной деятельности. Так что мы преуспеваем везде. Студенты легко совмещают учебу, творчество, также спортивную деятельность. Таким образом, мы не пропускаем ни одного мероприятия в стенах университета. Участь на нашем факультете вы можете с легкостью совмещать карьеру и обучение. Плюсом ко всему, наш факультет постоянно развивается и участвует в различных конкурсах и проектах. Ребята, вы уже все приняты в нашу огромную дружную семью. Каждому незаурядному и инициативному мы поможем реализовать свои планы. Если вы хоть в чем-то сомневаетесь, то окажем вам полную поддержку в поисках себя и своего места. Добро пожаловать! ФФК. Быстрее, выше, сильнее. Привет, дорогой первокурсник. Меня зовут Казакова Елизавета, и я председатель факультета социальной работы. Мы с ребятами очень рады тому, что ты поступил в наш вуз, в РГСУ. И мы рады тому, что вместе мы начнем эти увлекательные студенческие годы. 2 года назад я, так же, как и ты, поступала в наш вуз, и я сразу поняла, что я не ошиблась, потому что ребята все были очень яркие, очень активные, они как вспышки были везде, всюду, и мой факультет был одним из самых ярких среди всех, и я сразу поняла, что да, это то, что надо, я вот правильно все сделала. В нашем факультете учатся очень творческие ребята. Творчество, креативность, гибкое мышление – необходимые навыки для любого социального работника или организатора работы с молодежью. Поэтому мы уже сейчас оттачиваем свои коммуникативные навыки и различные навыки взаимодействий. Мы очень ответственно готовимся к мероприятиям, и поэтому именно наш факультет каждый год занимает практически на каждом конкурсе от РГСУ призовые места, будь то мисс РГСУ, мистер РГСУ, КВН или студенческая весна. Кроме того, в педагогический состав факультета социальной работы входят замечательные преподаватели, которые настоящие специалисты. Они очень подробно и доходчиво объясняют материал и, конечно, всегда смогут ответить на любой вопрос и открыты для общения. Так что добро пожаловать в наш факультет, в наш университет. И помни, что мы всегда на связи, проявляя активность и инициативность. Ведь, как ты знаешь, все зависит от нас самих. Меня зовут Соня. Я являюсь представителем факультета экологии и техносферной безопасности.
Я учусь уже на третьем курсе, и за все это время попала во множество интересных и захватывающих ситуаций в нашем университете. Я ни капельки не пожалела о своем выборе места учебы. Познакомившись с активом факультета и доказав, что я способна быстро решать трудные проблемы и принимать на себя большую ответственность, мне удалось получить признание факультета и иметь пост председателя. И каждый из вас может точно так же показать свои сильные стороны и стать не только для факультета, но и для всего вуза настоящей гордостью. Мы очень ждем того момента, когда вы увидите, как много интересного происходит у нас в университете и решите проявить свои навыки в студенческой жизни. Я, как председатель, являюсь главной связью с факультета с администрацией, и если вам понадобится какая-то помощь, вы всегда можете обращаться либо ко мне, либо к старости факультета, либо же к вашим кураторам и даже к знакомым вам активистам факультета. Мы будем помогать вам реализовывать ваши идеи и с радостью найдем применение вашим способностям. Ведь мы – команда, мы – семья. Всем привет! Я поздравляю вас с поступлением в наше учебное заведение. Теперь вы студент. Студенты первого курса колледжа Российского государственного социального университета. Мы очень рады видеть новые лица в нашей большой и дружной семье. И с нетерпением ждем встречи и начала учебного года. Теперь несколько слов о колледже. Во-первых, колледж – это достойный выбор и отличный старт для твоей будущей карьеры. Во-вторых, это качественное образование, благодаря которому ты сможешь стать высококлассным и востребованным специалистом на рынке труда. В-третьих, это свобода выражения через дополнительные образовательные программы. В-четвертых, это удивительное место, где по-настоящему раскрывается ваш талант и вы обретаете новые навыки и знания. Лично для меня колледж смог стать вторым домом. Надеюсь, что и для тебя он тоже станет им. Дорогой первокурсник, здравствуй. Меня зовут Маргарита, и я являюсь председателем факультета искусств Российского государственного социального университета. Здравствуйте, меня зовут Катя Николаева, и я руководитель культурно-массового сектора факультета искусств. Безусловно, наш факультет является лидером в проведении и участии культурно-массовых мероприятий. Мы проводим невообразимое количество концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, даже спектаклей, литературных вечеров, музыкальных гостиных и многое-многое другое. Мы даем полную свободу творчества и возможность реализовать себя. Одна из главных задач культурно-массового сектора – это участие и организация самых ярких фееричных событий в нашей студенческой жизни, нашего университета. Это мисс и мистер ИРГСУ и, конечно, социальная студенческая весна. И я с большой гордостью и теплотой смело заявляю, что наш факультет всегда лидер по призовым местам. И, конечно же, отдельно хочется сказать, что наша факультетская семья очень трепетно, дружно подходит всегда к факультетской программе. И мы разрываем зал. Мы никогда не стоим на месте. У нас всегда формируются новые коллективы, студии и мастерские всевозможных жанров и направлений. Факультет искусств особенный, и наша творческая жизнь бьет ключом. И мы ждали именно тебя. Я являюсь выпускником направления подготовки программной инженерии и по совместительству председателем студенческого совета факультета, начиная с далекого 2018 года. Выбирая в 2016 году, куда подать свои документы после школы, у меня не возникло сомнений, ведь в РГСУ меня просто тянуло магнитом, и я так рада, что я не ошиблась. Эти 4 года учебы были потрясающими. Я познакомилась с замечательными творческими людьми, стала обладательницей диплома о высшем образовании, что меня очень радует. Кстати, на этом я не остановилась и уже поступила в магистратуру в РГСУ, и впереди меня ждет еще 2 прекрасных года в этом замечательном месте. Хочу сказать огромное спасибо факультету, руководству и студентам за то, что мы всегда поддерживали друг друга, приходили на помощь в трудных ситуациях и просто кайфовали, наслаждались этими учебными годами.
И всем первокурсникам я хочу сказать, чтобы вы не боялись и приходили в студенческий совет, знакомились с нами, и мы вместе делали много крутых, классных вещей. ФИТ — это единственный факультет, который на КВН представляет не команда с факультета информационных технологий, а команда с факультета социологии. Ребята очень замечательные, и мы будем поддерживать их до самого конца, до самого финала, и надеемся, вы все к нам присоединитесь. Поступив на факультет информационных технологий, ты должен знать, что ты всегда можешь обратиться к любому члену студсовета, к любому преподавателю и к любому сотруднику администрации, и мы всегда тебе поможем. Ответим на интересующие вопросы и решим все твои проблемы. ФИТ — это не просто факультет, это огромная информационная семья. Спасибо и увидимся уже совсем скоро. Пока! Привет, дорогой первокурсник! Меня зовут Камила Мамедалиева, и я студентка третьего курса направления журналистика и по совместительству председатель факультета коммуникативного менеджмента. Я очень рада видеть вас здесь, я очень рада, что вы выбрали именно наш факультет. Поверьте мне, вы не пожалеете, и сейчас поймете почему. Когда-то и я была на вашем месте. Я пришла в стены нашего вуза, совершенно не понимая, что меня ждет дальше, чем я буду заниматься и как будет проходить время моего студенчества. Но все так быстро завертелось, закружилось, и в какой-то момент я оказалась в самой гуще событий нашего факультета. Я с уверенностью могу сказать, что наш факультет один из самых лучших в этом университете, и вот почему. В прошлом году факультет коммуникативного менеджмента стал факультетом года по версии IPRO Golden World Awards. И, по-моему, это супер классно, разве нет? ККМ — это не только про пары и про часовые записывания лекций. Нет, вы начинаете практиковаться с первого месяца. На базе нашего факультета существует медиа-центр. Не знаю, возможно, вы видели в других группах фотографии и видео с мероприятий нашего вуза. Так вот, все это делают студенты нашего факультета. На базе медиа-центра есть несколько структур, и сейчас я вам о них расскажу. Видеостудия и Special Project. Если вы хотите научиться работать с камерой, монтировать и снимать классные видеоролики, то вам туда. Если вы уже подписаны на соцсети РГСУ, то, возможно, вы видели множество видеороликов с различных мероприятий. Практически все они были сделаны нашими ребятами. Наши монтажеры могут сутками сидеть за работой, монтировать видеоролики. Да, иногда они очень сильно устают, но поверьте, в некоторых случаях это играет им на руку. Однажды сотрудница видеостудии вечером прогуливалась по коридорам нашего вуза и по какому-то случайному стечению обстоятельств именно в это время там снимался клип Егора Крида. Девушку заметили и пригласили на съемки, и сейчас ее можно разглядеть во многих кадрах этого клипа. Если же вы хотите научиться писать тексты и делать крутые фоторепортажи, то вам в молодежную редакцию. Ребята не пропускают ни одно мероприятие вуза. Они всегда напишут о нем статью, они всегда сделают фоторепортаж. Если вы видите студентов с камерами, которые бегают между рядами и судорожно что-то фотографируют, то знайте, это наши студенты из молодежной редакции. К слову, одну из самых популярных групп нашего вуза, РГСУ без галстука, ведут тоже наши студенты из молодежной редакции. Также на базе нашего медиа-центра есть факультетская редакция. Ребята из факультетской редакции занимаются освещением жизни ФКМ. Они не оставляют в стороне ни одно мероприятие ФКМ, будь то мисс или мистер ФКМ, будь то встреча с каким-нибудь гостем или какой-нибудь квартирник. Ребята всегда придут с камерами, возьмут у кого-то интервью, а под конец дня выйдет маленький видеоролик. Мероприятия на факультете мы освещаем, но кто же их организовывает? Социально-культурный центр ФКМ. Это те студенты, которые занимаются организацией всех мероприятий и всей творческой деятельности на факультете. Мисс и мистер ФКМ. Тематические квартирники, на которых ребята поют песни и читают стихи. Киноклубы. Да, на нашем факультете студенты собираются, смотрят тематические фильмы, которые относятся к нашей профессии, а после обсуждают эти фильмы и делятся впечатлениями. Именно сотрудники социально-культурного центра в начале года устраивают смотр первокурсников. Если ты умеешь петь, танцевать, читать стихи, да все что угодно, приходи и покажи себя всему факультету. Все активисты начинали с этого, и, поверь мне, у тебя получится. Никогда ничего не бойся. Помимо прочих мероприятий, на ФКМ проходят гостевые среды. Каждую неделю к нам приходят профессионалы своего дела. Журналисты, рекламщики, пиарщики. Они делятся с вами своим опытом, который копят годами. А вы можете напрямую с ними общаться. И, пожалуйста, самое главное правило. Не забывайте брать у них визиточки. Кто знает, возможно, именно в эту секунду перед тобой стоит твой будущий работодатель. На ФКМ ты можешь развиваться не только в профессиональной деятельности. Хочешь, занимайся спортом.
хочешь, уйди в волонтерство, хочешь, пиши научные статьи. Главное, помни, студсоветы и активисты всегда поддержат тебя. В любой момент ты можешь прийти к нам, рассказать о своей самой безумной идее, и мы поможем тебе ее воплотить. Главное, помни, ты не один, и ты всегда можешь рассчитывать на нашу помощь. Я Евгения Елисеева, председатель гуманитарного факультета. С самых первых дней я влюбилась в первый социальный, и сейчас будет самое сложное – объяснить, почему. Жизнь в РГСУ полна ярких событий, открытий и вдохновения. Пора, когда нет ничего невозможного. Время, когда открыты все двери, и можно с легкостью шагнуть в любую из них, получить опыт и двигаться дальше. Радуйся! У тебя впереди несколько неповторимых лет, постарайся не прошляпить ни одну возможность. Интересуйся. Все, что есть вокруг тебя, это ростки будущих связей, направлений деятельности, профессиональных достижений. Читай объявления. Никогда не угадаешь и встретишь уникальную информацию. Учись. Не думай, что чему-то научить тебя могут только преподаватели. Учитель – это не тот, кто знает больше, а тот, кто знает другое. Не пренебрегай советами и чужим опытом, даже если этот человек в чем-то глупее тебя. Смотри на жизнь с оптимизмом. Людей без проблем не бывает, но позитивный взгляд на мир всегда эффективен. Даже если ты не решишь проблему, то по крайней мере не испортишь свое здоровье. Как известно, оптимисты реже болеют. Ждем встречи с тобой. Уже любим. Спасибо. Привет, дорогие наши первокурсники! Мы очень рады видеть новые лица в нашей небольшой семье факультета психологии. На базе факультета психологии недавно открылся Центр психологического консультирования, где наши студенты проходят практику, посещают различные лекции и даже могут поучаствовать в эксперименте в качестве испытуемого на полиграфе. То есть на протяжении всей учебы студенты получают первичные навыки психолога. Наши ребята также участвуют активно в студенческой жизни вуза. Мисс и мистер РГСУ, КВН, студенческая весна и другие различные интересные мероприятия. К примеру, в этом году наш факультет занял 3-е место на студенческой весне. Наши ребята, команда КВН «Из крайности в крайность», стали серебряными призерами на фестивале КВН РГСУ. Наши мисс факультета неоднократно выигрывали номинации «Мисс Талант РГСУ». Мы с нетерпением ждем нашей встречи с вами и надеемся, что эти 2 месяца пролетят очень быстро, и мы скоро с вами вместе увидимся. Здравствуй, дорогой первокурсник! Я очень рада тебя приветствовать и очень рада, что ты поступил именно на юридический факультет Российского государственного социального университета. Юридический факультет славится не только качественным образованием, но и активной студенческой жизнью. Студсовет юрфака полон открытых, добрых, отзывчивых людей. На нашем факультете проходят очень крутые мероприятия, такие как мистер и мисс юридического факультета, студенческая весна, открытый микрофон и многие другие. Также хочется отметить, что в 2019 году титул мистера РГСУ завоевал студент именно юрфака. Конечно же, у нашего факультета имеется огромное количество достижений и наград, копилку которых ты сможешь пополнить уже в этом году. На нашем факультете вы сможете попробовать себя в роли судьи, прокурора или адвоката на наших постановочных судах. Благодаря огромной практике наших студентов, наш факультет вошел в топ-3 юридических факультетов России по версии ХХРУ. Привет, дорогой первокурсник! Мы очень-очень рады видеть тебя на нашем факультете. Меня зовут Иноземцева Анастасия, и я председатель факультета социологии РГСУ. Помню 2018 год, когда я только поступила на свой факультет. Дальше было посвящение в студенты, выезд в РУЗу, мисс РГСУ и много чего еще. Все завертелось, и
я ни минуты не жалела, что поступила сюда. Сейчас я уже председатель, и мои друзья занимают руководящие должности у нас на факультете в нашем студсовете. Мы будем очень рады помочь тебе влиться в нашу дружную активистскую семью. От тебя нужны только желание и инициатива. У нас проходят тысячи мероприятий. В каждом ты можешь проявить себя как танцор, певец и так далее. Ты можешь принять участие в научных дебатах или попробовать себя в спортивных состязаниях. В любом случае, ты найдешь свое место у нас в РГСУ. У нас самый уютный факультет, факультет социологии. Да, мы одни из самых компактных, но в этом есть своя фишка. Мы уже очень сильно любим тебя. Спасибо, что пришел к нам. Спасибо за ваше внимание, друзья. Скоро увидимся снова.